Привет. 20-й день, 20-е видео, снова юбилейное. Буквально недавно я снимал 15-е видео, сейчас уже снимаю 20-е. Время очень быстро летит. При этом результаты мои не так растут, как хотелось бы. Но есть позитивные моменты. Вчера на видео забыл рассказать о том, что мы занимались в мини-группе. На этом занятии мы разбирали мое видео. В целом каких-то критических ошибок там не было, даже были хорошие фолды. В общем, по видео у меня все нормально, но я играл тогда еще, наверное, в более-менее оптимальном состоянии, и по ходу, когда я видео выключил, там началась самая жесть. Но это не так страшно. По поводу состояния я уже говорил, что я буду менять время катки на более раннее, то есть в 6 вечера буду катать. Также думаю, что необходимо менять свой подход к обучению. Информации слишком много, в голове каша, и я не всегда быстро могу вспомнить, как против какого оппонента можно играть. Шпаргалка пока не спасает, потому что там особо об этом информации нет, поэтому я думаю, буду действовать следующим образом. Теперь я буду расписывать, в какой день я буду изучать какую концепцию. И после изучения конспектирования я буду искать раздачи, которые подходят под эту концепцию. Чем больше раздач я разберу, тем лучше я запомню и смогу в дальнейшем оптимально действовать с тем или иным соперником. Так, что можно еще рассказать? Завтра большой тренировочный день. Уже начинается 5-я неделя. Осталось совсем немного. Надо еще чуть-чуть поднажать и поработать. На этом мои мысли закончились. Я уже даже не знаю, что еще можно рассказать. У меня еще сегодня впереди 2 часа катки и разбор пару раздач. Буду работать дальше. Скоро спать. Спасибо за просмотренное видео. Пока.